Всем привет! У нас сегодня в обзоре трехсезонная инновационная легкая палатка от фирмы RedPoint, модель под названием Stayre 2. 2 означает, что эта палатка у нас двухместная, но с вариантами вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте. Данная модель предназначена для кемпинга и просто подойдет идеально для отдыха на природе. Ну и не стоит забывать, конечно же, о рыбалке. Сейчас мы поговорим об этой палатке более детально. Тент в модели Stayre от фирмы RedPoint выполнен из полиэстера и имеет влаго-ветрозащиту в 5000 единиц. Сначала устанавливается у нас внутренняя часть на дюраль алюминиевые дуги, а потом устанавливается и сам тент. Сверху у нас имеется вот такая маленькая вентиляция по периметру данной палатки, которая крепится на липучку Velcro. Плюс всевозможные оттяжки гарантируют максимальную устойчивость и сопротивление ветру. Если вы не закрепите, то она может спокойно улететь, и даже колышки вас не спасут. В общем говоря, качественная палатка. Давайте же поговорим о ней дальше. Дальше у нас имеется вот такая вот дверь с одной и с другой стороны. Дополнительно создается объем внутри палатки за счет вот такой вот дуги, которая также выполнена из дюраль алюминия и крепится сверху всей этой конструкции. Получается, за счет этого, вот смотрите, сейчас увидите, у нас создается дополнительный объем, который плавно перетекает в тамбур. Видите, у нас здесь имеется место для хранения рюкзаков, можно здесь маленькую кухню хранить, котелки, да и прочее остальное. Дверь легко сворачивается и крепится за вот такую вот петлю со светоотражающим элементом. С одной и с другой стороны у нас имеется дверь, а здесь, с этой части двери, имеется маленькое окошко для вентиляции, которое также крепится на липучку Velcro. Но мы ее сейчас уберем, потому что она нам не понадобится. Убираем, скручиваем и также затягиваем. Видите, все легко, предельно ясно и понятно. В данной модели имеется вот такая вот одна большая дверь. Видите, смотрите, легко открывается одной рукой. Взяли, открыли, довели здесь и довели здесь. Дверь у нас выполнена из двух частей, из нейлона и верхняя сетчатая. Максимальная вентиляция, а также насекомые не будут вас беспокоить. Ну а теперь давайте пройдем внутрь. Сейчас я покажу на примере задней двери, как же, собственно говоря, складывается наша дверь. Да все очень легко. Берем, расстегиваем ее. И спокойно сворачиваем наш кармашек. Взяли, положили и точно так же делаем именно и с этой стороны. Внутри пол у нас сделан из полиэстера с защитой от влаги 10000 единиц. Сверху у нас имеется вот такая вот сеточка для хранения ваших мелких вещей, а также вот такое вот кольцо для возможности крепления сюда фонаря. По периметру палатки имеются маленькие кармашки сетчатые. У нас имеются кармашки с одной стороны сетчатые и имеются вот с другой стороны такие же. Сама палатка, вся у нас верхняя часть выполнена из москитной сетки, поэтому максимальная вентиляция вам обеспечена на все 200%. Палатка также очень легко крепится к самим дугам посредством пластиковых защелок. В общем говоря, данная палатка качественная, практичная и, самое главное, она максимально легкая. И не забывайте, огромный выбор легких палаток имеется на нашем сайте mandrivnik.com.ua.